встретили серую цаплю, которая отвлекала нас, что... Ну, что? Ну, посчитай, посчитай. Ну, пыталась увести нас от своего гнезда. Как мы знаем, вот, серая цапля находится в Красной книге третьей категории. Вот серая цапля. Питается серая цапля камнем. Лягушками. Не, в основном рыба и гальян, и лец, и плотва. Добывает ее в мелких водоемах. Обычно утрачиваем их вот с рекой. Связь с рекой. Целью нашей учебно-полевой практики было изучение орнитофауны. За неделю, то есть 6 дней, мы наблюдали каждый день за двумя видами птиц. Это коршуном, за коршуном и полевым жаворонком. Коршун — птица умная, и она уже во второй день проверки, она уже сидела на стороже и улетала, заметив передвижение людей. А полевой жаворонок на людей сильно не реагировал. Взлетала из гнезда уже в полуметре от нас. Жаворонок каждый день менял положение яиц вертикально, то горизонтально, тем самым подогревая все части яиц. Но коршун, его гнездо стоит на высоте, и в него попадают прямые лучи солнца. Поэтому он в этом сильно не нуждался. Поэтому положение яиц он не менял. Птенцы пока не вылупились, только вылупились и уже бегали по скале. Дрозь. Она птица ранняя, поэтому ее яйца, птенцы рано вылупляются и рано стоят на крыле. Поэтому мы их заметили. А вот полевой жаворонок и коршун, скорее всего, они вылупятся, надеюсь, в конце этого месяца. Но до сих пор мы каждый день будем за ними следить и записывать до конца нашей учебно-полевой практики. Ворон тоже, когда ходили по берегу рыбачить, мы его заметили в гнездо. Птенцы, походу, уже вылупились, но мы не стали ее пугать. Гнездо стоит на высоте 4-5 метров на сосне, сделано из сухих веток. Для рациона питания мы добыли обыкновенную чечевицу и вскрыли желудок и нашли то, что искали, то есть зерна растений, прошлогодних растений. И мелкие камушки помогают им переваривать пищу. Ну, сейчас начало лета, поэтому нельзя сказать уже и сделать выводы и прогнозы, поэтому хороший отчет, наверное, будет только в конце нашей учебно-полевой практики. И теперь... Во время учебно-полевой практики по зоологии позвоночных мы ловили 5 видов рыб, как было сказано. Это окунь, налим, плотва сибирская и карась, и озерный голян.
карася и озерного голяна мы ловили на озере Семга. И кухонь на лим плотва ручкой можно писать? Просто не пиши.